Я хочу сказать о радостной новости. Мы наконец-то, какое счастье мне это произносить, запустили магазин мерча, то, что называется, сейчас вот по этому адресу, который вы видите, наконец-то существует наш фандрайзинговый магазин, где мы продаем сувениры. Вот такая кружечка, между прочим, не бумажная, и убить человека можно, тоже будет продаваться скоро в этом магазине. Там несколько разных видов изделий, их будет больше и больше. Вы не поверите, что нам пришлось пережить для того, чтобы запустить этот магазин, потому что с нами отказывались работать все под нажимом. Сначала соглашались, потом отказывались, начиная до доставщиков и там, каких-то сортировщиков, людей, которые делают, и организации, которые делают процессинг денег. Нам фактически пришлось выстроить все заново. В общем-то, если вы хотите завтра открыть интернет-магазин чего-то, скорее всего, вы возьмете готовые решения. Существуют сервисы интернет-магазинов. Нам, к сожалению, это все оказалось недоступно, и мы просто вот сделали все от начала до конца, чем очень гордимся. Будем надеяться, что вы будете приобретать различные товары в этом магазине. Это магазин фандрайзинговый. Все, что вы купите, каждая копейка пойдет на нашу избирательную кампанию, ну или себестоимость продукции. Кстати говоря, мы сделали все так, что вся продукция произведена в России. Я, честно говоря, был в меньшинстве. Когда мы спорили, я говорил, что нет вообще никакой грандиозной проблемы, если мы что-то из Китая закажем, как делают все интернет-магазины, но наш как бы штаб и Волков в первую очередь стоял насмерть, сказал, что у нас будет российское производство, причем очень качественное. Так что заходите, пожалуйста, и покупайте.